Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 апреля. У нас ужасная погода. Сейчас 3 часа дня, темно. А дождь такими большими сыпет с неба. Но я постараюсь перекричать, потому что я хочу сказать. Побольше давайте полезных советов в комментариях. Вот смотрите, как это хорошо помогает всем, даже мне. Я увидела комментарий. Ну, там одна женщина посоветовала зрительнице, что они уже заранее готовят вот эти дырочки под высадку. Но она говорила, по-моему, полторашки, что вставляют туда полторашки, и потом, когда приходит час X, надо вот высаживать по-быстрому, они подходят, полторашки убирают, на это место вставляют стаканчик. Я попробовала, сейчас я вам покажу. Быстрее и легче способа я еще не видела. Я вот сделала лунки. Туда наставила банок. Вот, например, мне надо завтра высадить рассаду. Убираю банку на это место, ну как, вытаскиваюсь, вставляю быстро стаканчик, ну этот земляной ком с томатом. Все, чуть-чуть присыпать, уплотнить. Представьте, насколько это будет вообще очень-очень быстро. Я вот свои ранние томаты буду дней через 10 делать. Я уже говорила, что заранее все заправлю, все. Я заправила лунки, все сдобрила, удобрила, вставила эти банки. И теперь за счет этого вот совета, который мне дали, я уже даже не помню ни имени, ни фамилии, но зато у меня четко этот совет на полочке в голове отложился. И теперь я буду всегда так делать, благодаря тому, что у меня все уже готово. Видите, я тут уже насадила уплотнителей, видите вот эти дырочки? Тут у меня, короче, укроп, редиска, салатик. И я все думала, ну до этого думаю, как я вот его посею, он сейчас только взойдет. Потом начну садить туда, высаживать эти томаты, все разрушу. Так вот этот способ как раз позволяет, не разрушая вот эти посевы уплотнителей, высадить томаты в готовые лунки и быстро, и красиво. Все, я вот сейчас один ряд приготовила вот этот. Сегодня пока плохая погода, сегодня там полнолуние или новолуние. Я ничего не сею, только готовлю. И вот этот второй ряд приготовлю. Все, половина теплицы к высадке готова. Это благодаря вот таким советам полезным, которые я сразу же моментально использовала, применила у себя в теплице. Мне очень понравилось. Жду еще таких же. Я люблю вообще вот эту оптимизацию труда, когда ту горячую пору, когда начнется высадка, нужно же будет и сюда высаживать, и там что-то какие-то на улице копать, грядки расчищать. Вот это очень... Ну, мне очень понравилось. Спасибо тем, кто это написал. Советую всем заранее вот эти дырочки приготовить. Как хорошо-то. И все аккуратно и красиво. Приду, понавставляю сюда и уйду. Там все уже готово.